бюллетени своих пациентов. Матушка 10 лет назад начала уже вносить в электронном виде систему, то бишь работала в той медорганизации, где есть информационная система. Ну и что вы знаете, я в детстве я родилась в Академгородке, в Новосибирске, и меня папа брал показывать первую там, в истории в Советском Союзе машину, то есть там такие были огромные самые диски, мы называли это мама машина, и значит я играла с перфокартами и думала, что это просто предел вообще цифровизации. Но есть некоторые подходы, да, ну, то есть те системы, которые были 10 лет назад, они как бы еще не рассматривались как часть цифрового контура. Сегодня именно делается это, исходя из такой, ну, из этой архитектуры уже общей, что будет преемственность оказания медицинской помощи, что у человека от рождения то его ухода будет учитываться информация. Более того, эту информацию мы будем агрегировать, накапливать, будут большие данные, мы будем обучать машину, мы будем анализировать, какие алгоритмы лечения действенны, какие нет. Из этого делать науку, из этого делать таргетные лекарственные препараты. И, в общем, главное остаться вот с... Не уверена, что вам говорить. Я думаю, вы получили ответ на свой вопрос. Вот, на самом деле все прекрасно понимают, вот есть просто инерция системы, и она, ну, просто со временем будет отработана. Вот, значит, никаких сомнений нету. И вообще, конечно, то, что происходит с нами последние 20-30 лет, что я начал, собственно, тем хотел завершить. Вот, но мы очень серьезно поменялись все. Вот наше потребительское поведение очень серьезно поменялось, наши привычки, где-то культура даже. Вот, аналогичный процесс, он и предстоит в ближайшие 10-15 лет, мы там более прозрачный мир будет становиться за счет там, применения больших данных и так далее. Много других вещей повлияют на нас, и каким будет мир конкретно в этой стране, вот, зависит, по сути, от всех нас. Вы, те люди, которые сидят в этом зале, это как бы строители этого мира. Вот, наряду с вендорами, которые занимаются созданием своих экосистем, теми людьми, которые разрабатывают технологии, кто применяет эти технологии, кто вырабатывает правила использования их, по сути, строите этот мир в нашей стране. Давайте подумаем, как его правильно построить, как максимально использовать открывающиеся для нас возможности. Вот, государство на текущий момент настроено такого рода диалог. Как вы видите, все дискуссии ведутся публично, вот, и есть формат вовлечения вас в процесс, там, по цифровым технологиям, вот, дорожные карты, есть площадки для публичного обсуждения, других там этических аспектов, всяких разных других, давайте просто включаться, более энергично действовать, вот, и не только саркастически, так сказать, задавая вопросы, вот, коллегам из министерства, они делают все, что могут делать в той ситуации, в которой находятся. Вот еще раз спасибо огромное всем, коллеги, за участие. Хорошего мероприятия.